Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мне курьер привез посылку. Это приз, и этот приз компании Курьер Сервис Экспресс. Компания занимается курьерскими услугами. Тип у них такой КС. И давайте я вам покажу сайт. Он вот тут. Я вас жду, записывайте. Этот приз за участие в конкурсе в Инстаграме. Конкурс назывался «Как принести воду в дышите». Всего было 3 победителя. Один из них я. Итак, давайте откроем посылку и посмотрим, что там. Мне очень интересно. Давайте откроем. Тут есть рядом со мной еще ножницы. Там вообще не говорят, что там лежит. Я не знаю, что говорят. Лучше ножницами. Все, я не знаю. Давай тут один ножницами попробуем. Так, еще. Ай, ладно, руками попробуем. Хорошо запаковали. Попробуй открыть. Что такое есть? Там что-то лежит. Еще раз запакованное. Ножницы опять нужны. Вот очки компании КС и мешок. Эти очки лежали в таком красивом мешочке КС. Классно. Спасибо, компания КС. Я пока это сюда положу. Я буду это носить. Всем пока, кому понравилось это видео. Ставь лайк и подпишись. Всем пока. С вами была Милана.